К другим темам. Несмотря на то, что «Волга» и «Ока» уже вскрылись и лед начал движение, рыбаки опасности не видят. Рискуя жизнью, они продолжают выходить на водоемы, игнорируя все предостережения спасателей. Последним ничего больше не остается, как снова и снова напоминать технику безопасности. Вот знаете, вот сейчас идете жестко. А когда слег ставы, начинаешь хлюпать, тогда уже опасно. Рейд провели в районе Грибного канала. Инспекторы проинструктировали рыбаков и раздали им памятки. Несмотря на кажущуюся прочность льда, вдоль берега уже появилась вода, а под ногами слышен треск. В солнечную погоду при температуре воздуха выше 0 градусов прочность льда снижается на 25%. А по обещанию синоптиков, уже в начале апреля начнется потепление, а значит, увеличится и опасность выхода на лед. Толщина льда сейчас порядка 40-50 сантиметров здесь, но лед неоднородный, то есть, как видите, трещины. Лето солнышко пригревает днем, поэтому нельзя сказать, что он особенно прочный. И держится он последние дни, наверное, последние недели.